Вот эти разницу. Кашуты или что-то подобное. И Аленочки. Маленькие Аленочки. Такая большая, как корова. Значение. Вот здесь какая-то черный, какой-то черный медведь, но его нет. Американский черный медведь. Ну, если вам укусила вот такая медведица, американская черная, или если вам укусила кодьяк, реально не имеет значения. Вы в обе случаи. Ну, вы смотрите, сколько рыб. Красные рыбки всякие. Я не знаю, если они видно. Вот так видно лучше. Я думаю. Всякие плывают такие красные и не столько красные. Но если вы что другое мне показать. Вот там какие-то это какие-то дикие осёлы, я думаю. Этого я не ожидал. Они... Лама. Лама. Они это дикие осёлы белые. Вот лама. Оно домашнее животное, фьюжное Америки. И там поставили такие осёлы, ну не дикие, они домашние, я думаю, белые. А лама где-то, я не знаю где. Вот они радуются. А там ламы, маленькие ламы. Да, это лама. Вот вам лама, домашнее животное. Странное такое. Ну, а вот там лежит папа лама, я думаю, на солнце. Такую шерсть. Шерсти у них, и он на солнце все-таки стоит. А жарко, время очень жарко. Я очевидно, они компенсируют как-то холода ночью, потому что у нас осень пришла. Осень пришла. Ну вот смотрите, это березка. Березка вот такая. Березка. И вот желтые листики. Не очень желтые, но вот здесь желтые уже листики такие. Вот. Не все сразу. А, желтые становятся. Потому что надо все-таки там. А когда листики желтые, что становится? Они назад. Ну, слушайте звук только. Слушайте звук. Что значит? Что значит удовольствие? Да, не лапочка. Да, не лапочка.
не има пара. Сега ли тяло на мечо? Айде, кажи тяло на мечо. Тяло, мечо! Ще кажеш ли тяло? Тяло! Айде, тягаме. Это евразиатская. Это нормальный медведь, как у вас. Такой нормальный, просто большой. Они хорошо устроили ему. Вот, смотрите, какой большой.